Многие это знают. Давно не видел. Вообще у нас один. Вообще приток. Поэтому здесь я никогда не видел. Все пишешь, да? Давай. Реклама тут, да? Кстати, а как ты алкоголь относишься? Так. Ну, я понимаю, что ты являешь. А вообще, считаешь, что некоторые рок-музыканты теперь пропагандируют здоровый образ жизни? Здоровье, мне всем нравится, почему пропагандировать. Ну, ты считаешь, это вообще правильно, как это? Пчелы против меда? Ну, это нормально. Рок-музыкант против наркотиков? Ну, это нормально. Не чувствуешь здесь никакой фальши? Да нет. А ты бы стал пропагандировать? Что? Здоровый образ жизни. Может быть. Ну, пока ты не готов. Я не пропагандирую, вообще не люблю заниматься пропагандой. Скажи. Я понимаю тех, кому было тяжело, вылез из этой силы, и для нас пропаганда. Мозоли нам самое главное будет. А вот некоторые, скажем, тоже известные музыканты, ну не будем говорить слух, имен, с другой упорностью пропагандируют, скажем так, православие. Прочее. Ну, мне тяжело об этом говорить, я не знаю, я-то не православный человек, вообще я атеист. Поэтому, но мне кажется, все-таки рок-музыка далека от официальной религии, которая. Официальная религия для чего существует? Чтобы обслуживать сильных мира всего, я считаю, на музыке. Кому-то интересно. Ну, а вот как бы вера, она, наверное, в сердце, и не стоит... Я не знаю, не могу говорить об этом, потому что не знаю, о чем речь. Пропагандирует человек православие. Да, может, кто-то его на это сподвигло. Понятно. Если бы я сам был с этим знаком, я мог ответить. А так, как бы я никакой... Не важно, там, не пропагандирую нет, религиозные религию. Течения, там, официальные, неофициальные, поэтому мне немножко об этом тяжело. Скажи, а часто тебя называют Артюбинским Егором Летовым? Ну, ты слышал свой адрес? Слышал люди, причем не в Артюбинске. Там дело не в этом. Кто-то постоянно не может уйти там, от сравнения. Это обязательно надо говорить, появляется какая-то новая группа, она обязательно повторение какой-то старой. Хотя, может быть, это и правда. Может, все группы повторяют. В принципе, ничего-то в музыке за последние лет 20 нового не появилось. Все переигрывается. Но тебе не нравятся такие сравнения? Ну, то, что мне как не нравится. Ну, может, не нравится. А вот хотел бы... Все-таки самостоятельная какая-то творческая группа, поэтому постоянные сравнения, они были, и они, может, не на пустом месте возникли, но я думаю, то, что сейчас группа наша представляет из себя, она не имеет отношения, не похожа на кого-то. А вот с кем бы ты хотел, чтобы, допустим, тебя сравнили, тебе было бы приятно? Есть такой музыкант, или, может, в прошлом, или в настоящем? С чем сравнивать? Много очень любимых музыкантов. Слушай, да и круче. Я начну перечислять. Моя такая духовная родина, музыка, которая была в Нью-Йорке в 70-х годах, в середине 70-х концертов. То, что делала там Патти Смит, Телевижн, Нью-Йорк Голдс, группы, которые там ходили, в Нью-Йорке. Та атмосфера мне близка, если я родился в Нью-Йорке, я имею в виду, там, Нью-Йорк, что там. А на английскую песню не писал? Зачем я не говорю по-английски, не мыслю по-английски. Да по-казахски почему-то не пишу, потому что по-казахски не мыслю что-то писать. Песни у нас, которые по-казахски написаны, это более такие концептуальные дела, это конструктор. То есть я их собирал, выбирал тему и делал, потому что надо было, мне хотелось заполнить культурную нишу, чтобы по-казахски панк-рок тоже было. Я сочинил несколько песен, хорошие, записал, все. А, то есть можно сказать, что группа «Адаптация» — это русская группа? Ну, не то, что русская группа. Группа, которая поет на русском языке и на русском пространстве работает и мыслит по-русски. Но это не значит, что мы зациклены только. Нас слушают люди, которые вне России живут. Перед вами в прошлом воскресенье здесь выступал такой Вася Шумов, группа «Центр», наверное, ты слышал. Вот. И тоже вот в разговоре с ним он сказал, что они сейчас хотят уйти от студии и как бы записать вот альбом, так сказать, аналог. То есть там в тот
знаю, на бобину, на магнитофон. А у тебя не было такого мысли? Ну, у нас все альбомы же записаны были. Буквально у нас последних две пластинки, они были записаны на антропию, тропию. То есть это альбом, это такой профессиональный студий. А все, что было до этого, оно записывалось дома. На кассеты, на бобины, на борта студии маленькие. То есть у нас очень большой опыт записи в домашних условиях, и мы кое-что научились. То есть сейчас дай мне какой-нибудь молодиный, какой-нибудь бобинный магнитофон, там несколько микрофонов, я смогу более-менее записать какую-то композицию свою. Другое дело, что когда компьютерные технологии стали развиваться, мы поняли, что в этом уже смысла нет. Никак не такого записываться дома. Хотя ради эксперимента может быть. Не знаю, но вот мы сейчас пишем такую небольшую пластинку, 20-летие группы, это будет альбом «Бесайдер», таких песен, которые не вошли в альбом. И мы решили не арендовать студию, пишем дома. То есть сейчас условия вполне позволяют это делать. Наша музыка не обязательно должна звучать в таком студийном качестве, тратить на это большие деньги, можно писать дома. А какой у тебя любимый город? Ну, много любимых. Вернее, нет, немного. Мы-то ездим много, но мне нравится очень сильно Алматы, Берлин, Екатеринбург. То есть вот города, где бы я мог, например, жить. А вот какие друзья-музыканты, из каких групп наиболее, с кем ты общаешься часто? Там, ну, тяжело в силу расстояний, которые нас разъединяют, и образа жизни, что мы катаемся на концертах. Я бываю своих друзей, там приеду в город, смотрю, на неделю назад, когда я попал. Ну, как, разные люди были, Сашка Черневский, то есть, ну, дружим уже лет 5-6, Леня Шау, где-то вот раз, Манагер Олег. Ну, давно друг друга знаем, но можем не видеться по лет 5, там, например, где-то встретиться, обняться, посидеть, сыграть вместе концерт, разъехаться, опять не видеть. А что бы ты сам пожелал себе и своей группе? Ну, может, чего-то как бы хотелось бы достигнуть, но пока этого нет. Это все идет потихоньку. Тут хочешь достигать, не хочешь, загадывать смысла нет. Потому что загадываешь, вот мы загадывали, что вчера должны были концерт электрический сыграть и клип показать людям. Но в итоге его взяли, и все это накрылось, и клип сыгрались. Чего же? Ну, здоровья, чтобы все были живы, здоровы. Чего вам желаю. Спасибо. А что мог бы пожелать зрителям Солнечногорского телевидения, которые будут смотреть эту передачу? Удачи, приезжайте на наш концерт. Я не думаю, что мы в вашем городе окажемся. Но в Москве, в Зеленограде мы примерно не бываем. Спасибо большое. Вы это в интернете? Простите, пожалуйста,